Всем привет! Меня зовут Ольга. Сегодня хочу показать, как делаю наборный ряд от боковой кромочной петли. Это бывает нужно при вязании рукава, когда идет вязание рукава сверху вниз, и наборным краем является вот последняя петля проймы. Или для вязания планок в плечевых изделиях. Чтобы количество петель было таким, чтобы полотно было не стянуто. Многие, наверное, знают, что набирать нужно по кромке 3 петли из 2. Набираю я вот таким способом. Первую петлю набираю на крючок. Так вот ее закрепляю. Нахожу первую кромочную. Вот она. За две ее стенки пропускаю эту петлю. Это первая. Вторую опять делаю за две кромочные. Две. Третью петлю делаю в межпетлевое пространство между двумя кромочными. Вот. Сейчас покажу ближе. Вот сюда. Там есть вот такая петелька. Сейчас я ее покажу. Растяну. Вон она. Маленькая. Вот здесь. Вот. Она отделяется вот этой ниточкой от этой стенки. Вон она. Видите? Вот она. Вот третью петлю делаю туда. Потом опять 2 петли делаю за 2 стеночки. И третью опять делаю вот в это межпетлевое пространство. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Вот она эта петелька. Спицей ее поддеть сложно. Крючком легко. Опять 2 петельки делаю сюда. Третью опять вот в это межпетлевое пространство, вот сюда. Две петельки сюда, третью сюда, и потом опять за две стеночки. Вот таким образом. Потом эти петельки я перебрасываю на спицу. Если этот край большой, то перевожу группами. Там по 10, по 15 петель. Такой способ очень аккуратный. В отличие от того, когда рекомендуется за петлю в одну петлю из одной петли боковой доставать сразу две. Одну за переднюю стенку, а вторую за заднюю стенку. Вот попробуйте такой способ и такой. И вы убедитесь. Я сейчас провяжу несколько рядов, покажу, что у меня получилось. Вот, показываю, я провязала несколько рядов. Вот таким образом выглядит наборный край. Все очень аккуратно. Буду рада, если мой способ вам пригодится.